чем сказано много сегодня. И я надеюсь, если кто-то еще не догадывался о том значении, которое играет музей-заповедник в жизни нашего региона, в жизни нашей страны, то теперь ни у кого не осталось вопросов. Огромная любовь ярославцев к своему музею. И, конечно, высокопрофессиональный и талантливый коллектив. Коллектив Ярославского государственного музея-заповедника. Я прошу вас подняться. Предприятия, ремесленная палата и многие-многие другие. Поэтому сегодня я говорю и вам спасибо, наши дорогие коллеги-партнеры. Вы надежные коллеги. Нам с вами комфортно работать. И мы надеемся на вашу поддержку и на дальнейшее сотрудничество, потому что без этого невозможно двигаться вперед, решать те сложнейшие задачи, которые стоят перед нами. Что вот это поздравление рождалось в муках. А так незаметно, так не скажешь, когда смотришь. Да, очень подготовка была серьезная. Поэтому результат налицо, и я благодарю всех членов совета директоров за тот творческий подход к поздравлению нашего музея, который сегодня вы нам продемонстрировали. Коллеги, вы превзошли себя. Спасибо огромное.